Всероссийские соревнования по боксу класса А на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Водопьянова проходят в Славянском спорткомплексе «Лидер». Побороться за звание чемпионов приехали сильнейшие боксеры страны. Лучшие мастера кожаной перчатки в возрастной группе 17-18 лет из Дагестана, Чеченской республики, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Санкт-Петербурга и других регионов России приехали в Славянск, чтобы побороться за призы престижного турнира. Краснодарский край представляют 12 спортсменов, в том числе двое славянские боксеры. У нас достаточно интересных и перспективных боксеров. Здесь представлено 12 человек, полная команда. Соответственно, мы ждем от них побед и выполнения норматива мастера спорта. Да, награда за победу в турнире очень весомая. Стать мастером спорта для каждого молодого боксера весьма почетно. Бои на ринге проходят напряженно и бескомпромиссно. До финала, который состоится 17 декабря, дойдут действительно лучшие из лучших. Приглашаем всех желающих поболеть за спортсменов. Начало соревнований в 11 часов в спорткомплексе «Лидер». Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».